Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам еще об одном способе приготовить куриное филе очень быстро, очень бюджетно и очень хорошо отбивает аппетит. Я люблю готовить это блюдо на ночь, потому что съедаешь немного и потом не хочешь есть. Прежде всего хочу сказать, что все, кто оставит комментарии под моими видео за последние 3 месяца, я буду передавать привет в своих следующих новых роликах. Также подписывайтесь, у меня есть еще 2 канала, Математика бесплатная и Тутси влог. Тутси влог о нашей жизни, а Математика бесплатная, решаю задачи для подписчиков. Также калорийность этого рецепта очень низкая. Если есть чисто куриную грудку, то это получается 113 килокалорий на 100 граммов. Но много ее съесть невозможно, попробуйте. Рецепт будет под видео в описании, как и все остальные рецепты за последний год, потому что многие подписчики их не могут найти. Итак, мы берем одну куриную грудку среднего размера, не слишком большую. Хорошо обмазываем ее с 2 сторон горчицей, не самой острой, а средней. И обсыпаем вашей любимой приправой, тоже не слишком острой, а средней. Мы это делаем с 2 сторон, а затем можно сразу готовить, а лучше всего оставить на несколько часов, хотя бы на часа 2 в холодильнике под пленкой, чтобы хорошо пропиталась, промариновалась. Но и так тоже бывает вкусно. А затем, самое главное, мы заворачиваем вот этот наш кусочек мяса в пергаментную бумагу. Я люблю заворачивать 2 слоя на всякий случай, потому что в любом случае она хорошо приготовится. Итак, заворачиваем. Я люблю заворачивать вот таким образом, потому что это просто. Но вы можете заворачивать и конвертиком, как вам нравится. Я просто завернула несколько слоев и все. А теперь самое главное. Берем сковороду с антипригарным покрытием и укладываем на разогретую сковороду вот этот наш рулончик. Вот, посмотрите, как я делаю. Я кладу так, чтобы вот эти концы этой бумаги загинались на бортики сковороды, но не выступали дальше, чтобы они не обгорали. Готовим с каждой стороны по 5-6 минут, этого будет достаточно, но на среднем огне и под крышкой. И вот наше мясо практически готово. Пусть вас не смущает этот цвет, потому что мясо само в прекрасном состоянии. Это слегка потемнела пергаментная бумага, и мясо, конечно же, немножечко уменьшилось в объемах. Мясо получается очень сочное, очень вкусное и очень ароматное. Попробуйте, и вы убедитесь. Очень легко готовится. И калорийность низкая. И почему это работает для похудения? Потому что это практически один белок. Если наш организм не получает с пищи углеводов или получает их очень мало, то он начинает тратить наши собственные жировые запасы. Это давно доказано. Но самое главное, этот кусочек мяса вы едите с кабачками, с молодыми, с огурцами, с помидорами, с капустой, с чем-нибудь низкоуглеводным. Нельзя сюда картошку, макароны, майонез и так далее. Вот это нельзя. Нужно есть только низкоуглеводные продукты. И это действительно работает, проверено на себе. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, заглядывайте. Ссылки в описании, прикрепленный комментарий. На моем канале Тутси будет еще очень много интересных и полезных видео. До свидания, удачи всем!